Женская задница, между прочим, это просто вселенная. Когда я в молодости, когда я был студентом, даже когда я учился в школе, я своему другу Георгию сказал, что по заднице можно сказать о девушке все. И он мне это потом все время припоминал, немножко как будто пристыживая меня в этом. Но в каждой шутке есть доля шутки. С этим я абсолютно согласен. Вот. Но, короче, я все сказал. Мне нужна аудитория, а не забанивание. Поэтому будем говорить на культурные темы пока. Потом я резко перейду на некультурные. Расскажу всем, какой я вульваман, когда у меня уже будет больше 1000 подписчиков. И 1000 от меня, 500 человек от меня отвалится, останется 1000. Дождь пошел, сейчас зонтик откроет.